Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Это мой альбом, где я нарисовала уже много акварелей. После подсолнуха мне останется дорисовать еще два сюжета. И я обязательно вам продемонстрирую весь альбом. Сегодня я вам покажу, как я рисовала подсолнух, который расцвел в моем саду. Подсолнухи я сажаю не только для красоты, но и для птиц, которые с удовольствием лакомятся семечками при созревании подсолнечника. Это и воробьи, и синицы. Других птиц я не застала за этим процессом. Возможно, щеглы тоже прилетают на это пиршество. Thank you.
Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, если это вас не затруднит. Подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной, если вы еще этого не сделали. А я желаю всем творческих успехов и прекрасного настроения.